Слышь, Агузок, ты тут потерял? Хорошо, что Вика не видела. Возьми. Эй, ты кто такой? Что ты улыбаешься? Давай, отвечай. Слышь, Михада, ты перепутал. Суши делают в соседнем ресторане. Давай, дуй отсюда. Что ты рукой машешь? Моего самурая гнать отсюда надо. Что ты улыбаешься? Что ты улыбаешься? Ты человека чуть не угробил. Шеф, как вам не стыдно? Он же ни слова по-русски не понимает. Правда, придурок? Хватит. Не об этом сейчас, ребята. В общем, руководство рестораном вновь переходит в мои талантливые золотые руки. Не вижу, сволочи, радости в ваших глазах. Ну ладно, значит... За этот нож я могу дать вам 800 рублей. Сколько? Да вы в своем уме. Японская сталь, ручная работа. Хорошо, вы меня убедили, 900 рублей. Да этот нож стоит десятки тысяч долларов. Ой, я вас умоляю, вы... Чего, твари? Я сегодня чуть дважды не сдох, я бабушку видел. Подведем итоги твоей первой рабочей недели. В первый день ты чуть не отравил человека. Во второй день подрался с барменом, разгромил весь бар. Теперь я узнаю, что ты отфритюрил Викторию Сергеевну. Но... А сегодня тебя чуть вообще не пристрелили. Вот ты залетел. Теперь они с тебя живого не слезут. Все соки выжмут. Это ж не семья. Террариум. Был один светлый человек в их семье. Выжили. Это вы о ком? Как о ком? О себе. Пожалуйста. Не смотри на меня так, не смотри.